Я считаю, что сегодня мы переживаем переломный момент в многотысячелетней истории нашего народа. Я думаю, начиная с этого момента, значительная часть нашего народа осознает, что вектор нашего развития направлен на Запад, к европейской цивилизации. Да здравствует свободная, независимая и гордая Армения, окруженная цивилизованными союзниками. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.